Sergei Eisenstein's film, Que Viva Mexico, was taken from him before he could complete it. In 1932, he returned frustrated to the Soviet Union. 3 years passed before he began his first sound film, Bayesian Meadow. It was inspired by a story of Turgenev and was to be about the young pioneers and their contribution to Soviet collective farming. Eisenstein worked nearly 2 years to make this film. As it progressed, it became more and more poetic, its style became more complex, its experiments more daring. Eisenstein broke from the original concept of collectivization to make a symbolic struggle between a boy of the new Russia and his evil father of the old. Production was halted and Eisenstein was attacked for producing a film of harmful formalistic exercises. Bayesian Meadow was banned in March of 1937. Later, the only copies of the film were destroyed when a bomb hit the Mosfilm studios during the Second World War. This is an attempt to reproduce Eisenstein's lost film on the basis of old sketches, clippings, and single frames of the negative which Eisenstein had saved from the splicing bench. Конфликтов столкновения борьбы старой, дремучей, озлобленно обороняющейся русской деревни и деревни новой, советской, социалистической. В образе отца пионера Степка, взлохмаченного, как бог Саваоф, грозного, окруженного черными злыми старухами, он видел старую Россию, новая же Россия воплощена была в образе пионера Степка, как бы озаренного солнцем грядущего, поддержанного коммунистами и комсомольцами новой деревни советской страны. Идейным средоточием фильма Эйзенштейн считал сцену переоборудования церкви в клуб. Пафос религии, нашедшие воплощение в таких известных композициях, как «Распятие», как «Снятие со креста», как фигура Самсона, разрушающего над своей головой храм, сталкивалась с пафосом нового, с пафосом веселого, бодрого, народного, коллективного действа. Первый вариант фильма, просмотренный в незаконченном виде, в отсутствии тяжело заболевшего Эйзенштейна, был подвергнут резкой критике. Эйзенштейн всегда стремился ответить на нее творчески и приступил к переработке картины. Вместе с писателем Бабелем он переделал сценарий, заменил исполнителя роли отца и нескольких других артистов. Вместо сцены в церкви, вызвавшей особенно острый огонь критики, ввел динамическую сцену борьбы с пожаром колхозной экономии, подожженной кулаками. Но и второй вариант Эйзенштейну закончить не удалось. Съемки были прекращены. Позднее единственный экземпляр фильма сгорел во время бомбежки Мосфильма в годы войны. Остались лишь эти обрезки пленки, фотографии, наброски, по которым и произведена реконструкция.
Thank you.
Thank you.